Восточный танец – самая красивая, самая завораживающая и, пожалуй, самая главная любовь. По крайней мере, в жизни Виты Исааковой. Этой любовью девушка в хорошем смысле этого слова заболела с самого раннего детства. Самородок, у которого в арсенале были лишь педагогическое и музыкальное образование, гастрольный опыт и огромная, просто какая-то сумасшедшая любовь к каждой нотке восточной музыки, каждому жесту рук и мимике лица. Именно она двигала Витой к достижению все новых вершин, все новых побед. Сначала личных, затем командных. Благодаря этой хрупкой девушке и сотням ее воспитанников, первая школа восточного танца в Новороссийске «Гульшан» целых 5 раз за свою историю подтверждала звание народного коллектива. Тот, кто ценит и знает, как достается каждое движение, каждое поощрительное слово тренера, как ты работаешь до мозоли, это, конечно, дорогого стоит. И когда на пьедестал выходит вся команда, и в зале звучит гимн твоей страны, ты понимаешь, что 15 – это самая большая часть твоей жизни, в которой ты счастлив. В своей авторской методике преподавания Вита Исаакова воплотила изысканную технику исполнения восточных танцев, их культуру и философию, раскрытие индивидуальности и женственности. Арабский, индийский, цыганский, армянский, греческие танцы и многое-многое другое. Таинственное, сказочное, волшебное ждало всех зрителей, пришедших в этот вечер на юбилейный концерт школы. А ведь этих побед сегодня могло бы и не быть, если бы в мечту совсем юной Виты не поверил и всецело не поддержал ее папа, Анатолий Моисеевич Мегрикян. Именно он пел песни из фильма «Бродяга», «Господин 420», зародив тем самым любовь дочери к Индии. Именно он впервые вывел Виту на сцену, на обозрение огромной аудитории. Безумно заботливый, веселый, жизнерадостный, идейный и всегда справедливый. Юбилейный концерт «Отражение», о котором Вита мечтала с первых дней открытия школы танцев и к которому так долго готовилась, она посвятила памяти своего любимого папы. Папа! Папочка! Юлия Сапковская, Денис Ротарь, «Новая Россия».